Попасть в команду форума «Иволга» можно всего за 3 простых шага, информирует телеграм-канал промышленного района Самары. Для этого до 16 июня необходимо заполнить заявку и отправить ее на почту volunteer7063@mail.ru. Став организатором с 7 по 30 июля, вы попадете на Мастряковскую поляну и будете создавать юбилейный форум. Анкета доступна по опубликованной ссылке в телеграм-канале промышленного района. В телеграм-канале Куйбышевского района Самары приглашают на спортивный фестиваль ГТО, который пройдет 25 июня. Принять участие в нем, показать свой спортивный дух и отлично провести время, соревнуясь с соперниками со всего региона, смогут все желающие. В программе фестиваля соревнования по отжиманиям, подтягиваниям, стрельбе из электронного оружия, бегу на 60 метров, прыжкам. Команды, которые займут первые 3 места, получат кубки, медали, дипломы, а также ценные призы от Министерства спорта Самарской области. Расписание открытого кинотеатра «Филин» на 16-19 июня уже готово, сообщает в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Елена Рыжкова. С четверга по пятницу здесь можно будет посмотреть картины «Джуна», «Формула любви», «Громкая связь», «Вечное сияние чистого разума», «Ван Хельсинг», «День сурка» и многое другое. Выходные порадуют самых маленьких зрителей. Они смогут увидеть мультфильмы «Бременские музыканты», «Каникулы в Простоквашино», «Дюймовочка». Взрослым представят картину «Парк юрского периода». Администрация Красноглинского района Самары в своем телеграм-канале приглашает жителей города принять участие в опросах. Сегодня они доступны по следующим темам. Знаете ли вы, что по месту жительства в Красноглинском районе Самары проводятся бесплатные тренировки и какой отдых вы предпочитаете в период летних каникул? Опросы можно пройти по опубликованным ссылкам.